В Учинском историко-этнографическом музее появится выставочный комплекс «Тропа охотника». Это станет возможным благодаря двум грантам – президента России и губернатора Югры. Автор инициативы – некоммерческая организация «Потомки Канды». В настоящее время мансийская усадьба включает комплекс построек с особенностями жизни и быта южных манси. Под открытым небом на территории учреждения располагаются рубленый дом, навес для конного транспорта, хозяйственные амбары, родильный дом. Новая экспозиция будет посвящена промыслу в поселениях Канды. К реализации проекта в музее поселка Половинка уже приступили. Для новой экспозиции расширили территорию мансийской усадьбы. Она будет доступна для посещения в следующем году. Решили разделить рыболовецкий промысел, показать его более обширно, более наглядно и показать более обширно охотничий промысел. То есть на данной экспозиции будет расположено более 58 различных ловушек на различных зверей. То есть это как начиная от боровой дичи, заканчивая большими животными лосем, оленем. Будет представлен кедровый промысел.